И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Майнкрафт, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас карта Legend of Zelda. Пацаны, вы готовы проходить эту карту? Она очень интересна, да. И прикольно. Комментарии написано 5 звездочек. Так и написали, да? Коммент 5 звезд. Отлично. Так, я тут немножко пирогов нам поставил. Ну, пиццу, видишь? Понял. Так, давайте будем рассматривать. У нас тут так, домик. Давайте. Все красиво. Так. Это что у нас такое? Стол-клавишник. Прикольно. Так, сундук. Кстати, мы немножечко, ребят, подготовились. Вон взяли тут оружие, броню крутую. Да. Крюк. Я Фокси, я крюк себе взял. Так, давай, воу. Куда пойдем? Смотри, какой классный дом. Прям замок. А, идемте туда. Это дом классный. Я не думаю, что это на дом похоже. Так, отлично. Так, все. Вот видишь, как у них-то незащищенное королевство взяли и сломали пару... Алмазными мечами, вообще, изи. Я рукой вообще разломал. Так, красота. Блин, классное у нас прохождение. Нормально, арбузики нас встречают. Блин, классно все так факелами сделано. Да, давно уже. Берегись! Ого, откуда он взялся? Это королевство аниматроников, что ли? Что тут кто-то разговаривает? Я вас. Ну? Слышишь, звук такой прикольный? Тихо, слушаем. Откуда эти звуки вонючие? Может, здесь жители есть, которые боятся аниматроников и спрятаться? Тут можно подняться как-то вы. О, Димон! Ты нашел, Дима, секретную комнату. О, да как? Я не знаю, просто ударил по картине, случайно. Ломайте калитки. Да? У кого есть калитка-ломатель? Не, у меня ничего такого нету. В общем, ломаем руками. Надо было кирку или что-то брать нам, наверное. А, ой, нет, норм. Пацаны, нормально, сломали. Воу. Так, возьму эту штуку в руки. Я факел возьму. Ого! А! Да что? Ха! Это что такое, пацаны? Тоже в какую-то яму провалились? Да. Вообще стрёмная тема. Ого, меня кто-то лупит. Так, а я заспавнился в фиг знает где. Так, пацаны, я жду вас. Я ничего не вижу, у меня слепота еще. Куда-то лукает, шмукает. Так. Жду тебя, Димон, тут внизу. Блин, давай я к тебе телепортируюсь-то лучше. Ого! Да кто опять лупит нас? Что случилось-то, я не понимаю. А куда идти? Что тут за... Что закрыто стало? Было же открыто. Димас, походу, это не надо было спускаться в эту штуку. О, прикольно, добавилась карта. Ловушка, это ловушка. Тут темно. Арбузик есть, можно покушать. Давай, нет, тыква. Это фальшивка, Димас. Фальшивая тыква пластиковая. Нас обманули. Куда еще? А, Дима, лупи. Чё? Да там кто-то стоял, улыбался. Голден Фредди. Вонючий урод. Отойди. А, блин, не успел. Блин, Димас. Ничего страшного. Я иду дубль 2. А ты можешь ко мне телепортироваться как-то? А тут рядышком. Как оно работает? Не знаю. Как-то ты пыхается странно. Нет, надо вниз спускаться все-таки, Димас. Давай вниз. Понял, иду. Так, вот здесь нам точно ничего не нужно, в этом углу. Димас, походу нам надо сюда. Блин, жесть, тут все так как-то очень мрачно и страшновато. Это страшилка как будто. Ребята, ставьте лайкосик, чтобы мы отсюда выбрались. А, блин, я стёр. Классно, ребята, получилось, а? Так, иди. Стопэ. Стопунчатки. Чё вы так пугаете? Я на ноги делаю, назад. Блин, вот это жестко. Ты умер? Димон, я за тебя отомщу. Наказали меня. Убил. Там еще, так, по-моему, есть. Пацаны, немножко читерил, к вам телепортировался, давайте. Чика. А, вот для чего, ставлю. Так. Сейчас, пацаны, подождите. Я вас потерял, я не знаю, где вы, правда. А, вот. А ну-ка. У меня есть рычаги, Димас, у меня их целая куча. Ай, да кто мне по жопе свертухи дал? Вот, да он, это вот морда он. Вонючая бьет меня. Так, отошел. Да отвали от меня, говнище воню. У вас тоже обзор очень маленький, прям перед носом только видно. Да, это слепота на нас действует. А откуда она взялась? А вот так вот захотели разработчики. Классно. А чего делаешь? Вот ой, блин, Димон, это... Это жесть, так не видно, вижу, челик бежит, и лупашу его сразу. Я не хотел.
Сколько сердечек вынесло? 3 штуки. Ого, тут жопа бежит за мной, Димон! Я не вижу тебя. Жесть. А! Пацаны, ого! Ты кто, Фредди? Я бегу на помощь. О! Опа-на, слышали звук? Воу, прикольно здесь. Принцесса Зельда. Смотри, Чика нарисована с тортиками. Пишут. Слева что-то пишут, видите? Ну типа, вы молодцы. О, прикольно, мы вышли с другой стороны замка. Я хочу наверх, Димон, попасть. Поинтереснее намного. Ого, слышишь? А кто это такие? А, это эти... Кто это? Откуда они нарисовались? Бобры да какие? Что за жопа, откуда? Да куда? Уже опять назад. Офигенно, да. Вот это издевается над. Куда идти? Давай наверх, я не хочу назад. Пошли. Давай наверх. Идем. За это сейчас чепуху сломаем и залезем. Ломай, ломай. Так, не мешайте. Кирку надо, может? А это что за черная дыра? Димас, это дыра какая-то черная. А ну падай. А, нет, не, все нормально, пацаны. А где это мы? Мы в жопе. Че, нифига не вижу, Серега, дай зелье видимости. А, не поможет, Димас, не поможет. Я уже пробовал. Это командный блок, да, так работает? Так, Димас, сейчас мы им устроим, тут не помогает у них тут ничего, да, значит? Нифигашеньки не видно. Сейчас, пацаны, я устрою, сейчас тут. А как ты сделал, что сработало? Сейчас, пацаны, все починю вам. На! Опять ничего. Да, Димон, опять ничего не видно. Ничего не видно. Я не знаю даже, где ты. Я чиню тут карту, видишь, слышишь? Сейчас, Димас, услышишь, карта будет чиниться еще раз. Давай. О, вижу. Починил, Димон, молодец. Починил, да? Опять не... Да что такое? Сейчас все будет. Вы задрали. Так, а где я хожу вообще? Я ничего не вижу. Че на 2 блока вижу, только на 3? О, я овцу нашел. Очень нужная вещь. Вот командный блок, может это он? О, это вы где, в пещере какой-то? Да нет, это на улице. Это яма от взрывов. Уходи. Ломай. Может, мы тебя взорвем? Ну? Командный блок, пора бы тебе на пенсию. Ха! Давай, удачи. Нет, это не он. Димас, ты поехайся, давай. О, Димас, слепота пропала, иди сюда наверх. Офигеть, иду. Короче, наверху слепота пропадает. Мы начинаем все видеть. Отлично, наконец-то, да, ребята. Пропало? Какой-то ад был, да. О, наконец-то, ребята, свобода зрения. Сейчас опять будут эти челики, смотри здесь. Так, видишь? Давайте я их с динамитом зафигачу. Я буду помогать. Уроды. Так, мочи, мочи. Я лучник, лучник. Ух ты ж лопух. Не ешьте меня, я невкусный. Я добрый. Ешьте злых. Ребята, лучше туда не идите. Ого! Разработчик вообще псих! Пацаны! Что делается? Взрывай! Опять! Опять вы в жопе! Не, нормально все, я не в жопе. Мужики, идите сюда. Вот сюда. Давайте защищаем. Чего защищаем? Фух, я отбился. Ого, их там, это жесть. Не, Димас, я ничего не вижу тут. А у тебя работает... Что? Зрение вернулось, отлично. Смотри, их Димас, сколько. Видишь, сколько. Они сюда идут. Динамит, Димас, самое главное взорвать динамит. Так, Димас, ты можешь как-то отвлечь немножко? А где ты? Я хочу взорвать на дереве на каком-то. Он, Серега, будет роль живца выполнять. А, живец, холодец, убегаю я. На, вынесла там. Нормально, отбился, ребятушки. Пацаны, там динамита еще целая куча я понаставил. Если мы его взорвем, то будет офигенно. Смотрите там. Ого, динамита. Тут яма, нифига себе.
Серега, доберись как-нибудь, твоя миссия должна быть выполнена. Готовься, уходи лучше. И хе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.